Из специальной литературы вам наверняка уже известно, что начинать занятия с пациентом, потерявшим речь, но сохранившим ее понимание, нужно с растормаживания. Растормаживание – это попытка оживить, реанимировать самые упроченные, ушедшие глубоко в подсознание, речевые обороты, выражения, слова. В обычной жизни мы произносим их наизусть, целиком, неосознанно, не задумываясь. К таким глубоко упроченным образцам речи относятся, например, речевые ряды. Это порядковый счет, последовательность дней недели и месяцев года. Крупно и четко напишите пациенту на листе прямую последовательность чисел от 1 до 10. Попробуйте прочитать ее вслух вместе с пациентом. Читайте хором. Вы ведете дуэт, а пациент по мере возможности подстраивается. Не фиксируйтесь пока на частоте произношения. На первых порах достаточно того, чтобы у пациента получались общие очертания слов – абресы. Попросите пациента не отставать от вас и не обращать внимания на звукопроизношение. Пусть пока все звучит не очень ясно, как черновик, сейчас это не важно. Ни в коем случае не торопитесь. Если трудно считать от 1 до 10, считайте сначала до 5 или даже до 3. Не обязательно выговаривать слово «один». Вполне достаточно сказать «раз», «два», «три». Мозг начинает работать активнее, только решая интеллектуальные задачи. Сначала несложные. Хаотично разбросайте числа по листу. Попросите пациента находить их по порядку и произносить с вами хором. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Усложните задачу. Найдите сначала только красные числа. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А теперь найдите только черные числа. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вспомните общеизвестные факты. Сколько лап у кошки? Раз, два, три, четыре. А сколько крыльев у птицы? Один, два. Сколько цветов у светофора? Один, два, три. Не всем пациентам нравятся картинки с детской графикой. Используйте нейтральные фотографии или абстрактные изображения. Сколько парусников вы видите? Один, два,
три, четыре. Сколько пирамид вы видите? Один, два, три, четыре, пять, шесть. А сколько попугаев вы видите? Один, два, три, четыре, пять. Сколько шаров вы видите? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько свечей на картинке? Один, два, три. А сколько подарков? Один, два, три. Сколько картин в зале? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А посетителей? Один, два, три. Сколько башен у замка? Сколько треугольников вы видите? А здесь сколько треугольников? А здесь?